Так, это покупки траты на крыс за август. Здесь у меня зеленая гречка, стоит 183 рубля. Это вот мне в корм надо добавить, а то не было ничего. Гляньте на них. Хотят как кушать. Мои мальчики. Тихо, тихо, не упади. Надо мне ее туда сейчас быстренько добавить и их покормить. Вот такая, в принципе, 1 килограмм за 183 рубля, так это вообще хорошо. В этот раз я немножко другой корм сделала, добавила сюда еще цукаты, изюм, бананчик сушеный. У меня получилось прям очень много в этот раз. И чуть-чуть оставлю, когда хочу прорастить. Так, здесь у меня пшеница 1 килограмм, это тоже для корма. На смесь заказывала на Wildberries, 153 рубля. Вот открыла, такое хорошее, чистое. Буду добавлять целый килограмм и оставлю немножко, чтобы проращивать. Так, поход к ротологу у нас в этот раз 600 рублей. Еще лекарства Панцев тоже 661 рубль. Было 641, уже подорожало за месяц. И наполнитель бумажный в зоомагазине я взяла 920. Так, и наконец-то долгожданная посылочка. Это у нас корм для крыс. Так. Заказала я его на Авито с доставкой. 3 пачки. Так. Срок у нас до 24 года, вообще отлично. Так, значит, 3 пачки вместе с доставкой у меня вышло 4,367. Сегодня как раз с утра положила им последнее. Теперь будет нам что кушать, как хорошо. Так, еще у меня здесь наполнитель с Wildberries 458 рублей. 3,5 килограмма. И лекарство флуимуцил. Это для листочка. Ингаляции мы опять делаем. Так, 102,50.